Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с художниками, их работами. Шарль-Эдуард Арман Дюмареск. Французский художник, иллюстратор, специализировавшийся на военной тематике. Родился 1 января 1826 года в Париже. Его отец тоже был художником. Он начал изучать искусство у Томаса Кутюра и изначально был акварелистом. Сосредоточился на религиозных темах, прежде чем заинтересовался военным искусством. В 1858 году ему было юридически разрешено добавить в своей девичьей фамилии матери, и он стал Арман Дюмареск. Был членом жюри на выставке живописи в рамках Всемирной выставки 1867 года. Вскоре после этого он выставил свою монументальную картину «Камброн при Ватерлоо», за которую Наполеон III наградил его крестом почетного легиона. Позже картину приобрел Исмаил Паша, хедив Египта. В 1870-м Министерство национального образования направило его с миссии в Соединенные Штаты для изучения различных методов обучения рисованию в промышленных целях. В ходе своих исследований он общался с художественным сообществом восточной части страны, а также установил контакты в Вест-Пойнте и Военно-морской академии Соединенных Штатов. Мало рисовал, зарисовывал во время своей поездки, но по возвращении создал множество работ на американскую тематику. Ближе к концу своей карьеры он работал с бельгийским художником Луи ван Энгеленом над созданием панорамы битвы при Бапоме времен франко-прусской войны. Сейчас она хранится в ратуше Бапома. Его работы можно увидеть в Версальском замке, в печатной коллекции Национальной библиотеки Франции и в Национальном музее франко-американского сотрудничества в замке Леранкур. Умер 6 марта 1895 года в Париже. Ну, вот так немного из Википедии о французском художнике-иллюстраторе, который специализировался на военной тематике, Шарль-Эдуард Арман Дюмареск. Пока-пока, до свидания, всего хорошего.